впечатления, какие эмоции от игры? Какой-то недосказанность есть немножко. Может быть, это у меня такое впечатление. А так, всех поздравляю с победой. Вроде такое, чуть-чуть, может быть, усталость небольшая есть. А так, спасибо болельщикам. Вот. С победой всех. После праздника, я думаю, 9 мая дали тоже хорошую игру. Вот. Уважая соперника, ну, мне показалось, что как бы мы сегодня могли больше забить. Просто не хватило, наверное, исполнительского мастерства и последнего паса, который у нас не получался, и, может быть, был бы счет и крупный. Вот. Ну и уважая соперника, они своими бойцовскими характер проявили. Может быть, не хватило каких-то исполнителей. Вот. Все равно молодцы. Победой, хорошая игра была. В чем у вас была недосказанность, вы сказали, что-то не получилось? Я же сказал, последнего паса. Мы доходим до ворот, вроде все получается, до штрафной доходим, а последнего паса, который привел бы голу, может быть, то ли неуверенность. Ну, я думаю, это исполнительское мастерство и, может быть, технический какой-то брак в исполнении. А так, может быть, вот только это. Ну и с моей стороны, может быть, какие-то вещи где-то передерживал, где-то не хватало тоже, может быть, видения, чтобы отдать уже партнеру, там, допустим, играть с правой ногой, ему под правую, другому под левую. Так что такие вещи. Ну, вы забили сегодня, рады? Ну, вы же видели, вроде умею танцевать, так что показал пару движений. Вот. И получилась очень хорошая комбинация в начале. И первого, и во втором там пару эпизодов. И пенальти тоже привел к хорошему голу. Так что, видите, может быть, и находим какую-то игру, которая будет, которая у нас, как говорится, болельщики ждут большего. Вот. С каждым разом у нас, может быть, она улучшается со стороны, вам виднее. Вы же нашей критикой и поддержкой, и тоже верой и любовь. Так что вам спасибо за поддержку. Можно последний вопрос, может быть, не очень приятный. Насколько огорчает то, что «Сокол» выиграл по «Авангарду»? Да это даже не огорчает. Это, знаете, однажды я помню, чуть-чуть от темы отойду, да, тренер говорит, вот я своего сына тренировал, он говорит, я спрашиваю, а что лучше, когда он меня догоняет или я его догоняю? Говорит, когда он тебя догоняет, потому что он смотрит, как ты делаешь правильно, и он прибавляет больше. Может быть, и у нас то же самое. Мы учимся на чужих ошибках. Да, и у нас сейчас идет, может быть, какой-то положительный этап. Вот, что мы потихоньку находим свою игру и набираем ход, может быть, и очковый багаж, и плюс еще и игровой ритм. И оставшиеся игры, в том числе и «Сокол», вот, может быть, и стараться догнать. Так что все в наших руках. И, вернее, ногах. Ну, болельщиков, поддержка и все.